Термостойкая эмаль Elcon используется для защитной окраски металлических и других поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от минус 60 до плюс 1000 градусов Цельсия. Эмаль используется для окраски котельного оборудования, печей, для бань и саун, мангалов, турбин, элементов выхлопной системы автомобилей, нефтепроводов, нефтехранилищ. Может применяться для окраски бетонных и кирпичных поверхностей. Рассмотрим применение термостойкой эмали на примере окраски мангала. Работы по нанесению эмали можно проводить при температуре от минус 30 градусов до плюс 40 градусов Цельсия. Перед окраской металлическую поверхность нужно очистить от загрязнений и обезжирить растворитель, например, Elcon R. Через 30 минут можем наносить термостойкую эмаль. Термостойкая эмаль Elcon наносится без предварительного грунтования поверхности. Эмаль наносится с помощью кисти, валика или методом распыления. В нашем случае мы воспользуемся аэрозольным баллончиком. Баллончик перед применением необходимо встряхивать 2-3 минуты. Красим перекрестным распылением с расстояния 30 см. Наносить эмаль необходимо в два слоя. Сушка между слоями 30 минут. Через 4 часа после нанесения термостойкой эмали мы можем приступить к декорированию. Для этого нам понадобится Elcon, патина термостойкая. Перед применением патину нужно тщательно перемешать. Кисть смачиваем в патине. Растираем на бумажной палитре до полусухого состояния. И легким движением наносим патину на выступающие элементы. Время окончательного формирования защитного покрытия – 24 часа. После завершения окраски необходимо провести термозакалку. Для этого нам понадобится небольшое количество щепы. Термозакалка занимает по времени около 3 часов. Во время термозакалки мангал может немного дымить и выделять неприятный запах, который проходит через 2-3 протопки. Термостойкая эмаль Elcon и Elcon Patina выпускаются в широком цветовом спектре.